вчера в Екатеринбурге в своей квартире на сортировке по адресу Пехотинцев 1031 борцы с незаконным оборотом наркотиков железнодорожного РУВД задержали 25-летнюю Юлю Анохину, официально нигде не работающую, промышлявшую торговлей наркотическим зельем. Причем в ее мини-маркете был даже кое-какой выбор. При обыске были обнаружены 2 пакетика с героином и 2 с так называемым пластилином, переработанным наркотиком растительного происхождения. Того и другого по 2 грамма. На первый взгляд, количество вроде небольшое, но если посмотреть, одного героина здесь хватит 20 начинающим наркоманам. Сама девушка Юля уверяла, что имеет отношение лишь к пластилину, вроде как более легкому наркотику, иначе называющемуся гашишем, а деньги на жизнь зарабатывает парикмахерским искусством. Стригла, короче. Сколько ей удалось настричь, видите сами. Обвинение по статье, по части 4 статьи 228 «Сбыт наркотиков». Вот. И, скорее всего, она окажется за решеткой и проведет в местах неподдаленных от 7 до 15 лет.